Заседание Совета Безопасности ООН. Смотрю прямой эфир. Поставил на паузу, чтобы не нарушить ненароком чьи-нибудь авторские права. Благо, что идет синхронный на русский язык выступающих во время его перевода. И поскольку мне в затылок дышит, страстишки клипов записи с пословицей великой мудрой этой конвоира. Чай забыл налить. И по поводу такому с ней. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Знакомлю каждый на земле народ на своем YouTube-канале.